В эфире Выборгская муниципальная телекомпания. Вы смотрите программу «Город. Новости по-выборгски». В студии Людмила Перминова. Здравствуйте. Выборы в органы местного самоуправления в Выборгском районе прошли на достойном уровне. Итоги голосования во всех 12 муниципальных образованиях уже подвели в территориальные избирательные комиссии. Жители района выбрали 155 депутатов. Явка составила 29,52%. Жители Выборгского района попали в тройку наиболее активных избирателей в Ленинградской области. На первом месте Кировский район – 31,42%. Второе место поделили Ломоносовский район и Сосновоборский городской округ – 29,7%. По сути, каждый третий житель Выборгского района пришел на выборы. Немножко статистики. Значит, за Единую Россию 121 человек у нас получился, проголосовали за 121 человека. Это в процентном соотношении 78%. Коммунистическая партия России 3,9%, ЛДПР 4,5%, Справедливая Россия 1,9% и Большой блок самовыдвиженцев 11,6%. В целом выборы в Выборгском районе прошли спокойно. Жалоб в территориальную избирательную комиссию не поступало. Если были какие-то ситуации, они решались в рабочем порядке на местах. Пользуясь случаем, конечно, хочу поблагодарить всех, кто занимался подготовкой и проведением выборов. Это в первую очередь наши 120 участковых избирательных комиссий, это и администрации всех городских и сельских поселений Выборгского района, это и ОМВД. Это и МЧС, все сработали на хорошем уровне, и поэтому выборы прошли достойно. В пятничном номере газеты «Выборг» будут опубликованы официальные решения территориальной избирательной комиссии и списки депутатов по всем городским и сельским поселениям. На следующей неделе советы начнут работу. Центр компетенций по развитию комфортной среды появится в Ленинградской области. Губернатор Александр Дрозденко подписал распоряжение о создании новой площадки вовлечения граждан в решение вопросов городского устройства. В настоящее время организация проходит государственную регистрацию. В этом году 83 муниципальных образования региона, в том числе Выборгского района, участвуют в реализации проекта «Формирование комфортной городской среды». Выделено 1,3 млрд рублей, больше половины из областного бюджета. В Выборге завершается благоустройство 18 дворовых территорий. Во всех проектах большую активность проявили местные жители. Быть достойными гражданами России и хорошо учиться пообещали школьники Выборгского района. Ученики школы номер 8 Выборга и Первомайского образовательного центра пополнили ряды российских кадетов. Торжественное посвящение проходило на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге. Пискаревское кладбище для нас – это традиционное место, где мы маленьких кадетов, всех первокурсников посвящаем в кадеты. Потому что именно в этот день, именно в сентябрь, так как здесь очень сильно патриотическое намоленное место, я считаю, потому что детям очень важно знать, насколько были трагичны дни, когда начался блокадный Ленинград. И мы всегда знаем, когда он закончился, и не все, к сожалению, помнят, когда он начался, этот трагический для нашей страны период. В этом году ветераны ОМВД по Выборгскому району выиграли грант из бюджета Ленинградской области на развитие кадетского движения. В рамках проекта «Кадеты – наследники победителей, достойные их преемники» появилась возможность проводить такие масштабные церемонии. Это мероприятие очень важное, значимое для нас, потому что сначала этот день открытия, начало блокады города-героя Ленинграда. Именно у нас уже традиция, мы проводим эти мероприятия по принятию кадетов уже 5 лет. То есть это священная земля, где покоятся наши герои, защищавшие город Ленинград. И это является как бы примером для нашего подрастающего поколения. Для них это действительно праздник. И мы стараемся этот праздник как бы продлить, и сделать еще лучше.
Вот, поэтому, я думаю, традиции мы эти дальше будем продолжать. Торжественность и радость момента с кадетами разделили старшие наставники, ветераны МВД, педагоги и родители. Мы говорим большое спасибо всем нашим шефам, да, нашему совету ветеранов, нашим помощникам, нашему куратору, учителям, всем, кто принимал участие в этом важном мероприятии, очень важном мероприятии в нашей жизни. Мы очень волновались, и все прошло все хорошо. Спасибо всем. Я хочу стать хорошим гражданином своей страны, потому что я патриот и очень хочу поступить на в силовые структуры. Я очень рада, что мы сегодня все вместе собрались здесь. Это такое ответственное мероприятие. И, конечно же, прям мурашки по телу, потому что они все красивые, они выглядят очень хорошо. Это очень много народу, поздравлений. Конечно же, большое спасибо Совету ветеранов полиции, которые это все организовали. Кадетское движение в Выборгском районе с каждым годом становится все масштабнее. В 16 образовательных учреждениях созданы кадетские классы, в которых учатся более 600 детей. Виновных в гибели людей на производстве определит городской суд. Следственный отдел по городу Выборгу завершил расследование двух уголовных дел. Одна из трагедий произошла в ноябре прошлого года на карьере в Выборгском районе. При проведении работ одного из сотрудников засыпало песком. Были проведены все необходимые следственные действия, экспертизы, установлена виновность горного мастера, который не обеспечил безопасность при производстве работ данного работника, вследствие чего у него получил телесные повреждения, от которых скончался в больнице. Мастеру предприятия предъявлено обвинение по статье «Нарушение требований безопасности при производстве горных строительных работ». Другой несчастный случай произошел в поселке Пруды в этом году. Мужчина при производстве шиномонтажа, необустроенном, грубо говоря, помещении для этого производил работы, в результате которых взорвалось колесо от БелАЗа. Он получил открытую черепно-мозговую травму, от которой скончался в больнице. Также по данному случаю было возбуждено уголовное дело. По статье 143 это нарушение требований охраны труда. В качестве обвиняемого привлечен механик, который должен был отвечать за обеспечение работ и их безопасность. Кроме того, продолжается расследование уголовных дел по фактам падения рабочих со строительных лесов. Хотелось бы, чтобы контролирующие органы, которые должны смотреть и обеспечивать безопасность, и также все работники на предприятиях, есть служба охраны труда, чтобы они еще раз провели инструктажи со своими работниками. Каждый человек должен знать историю своего родного края. Учителя нам рассказывают о нашей родине, но мы сами хотим узнать что-то и поучаствовать в поисково-исследовательской работе. В поселке Кондратьево открылся школьный краеведческий музей. Первыми посетителями стали учащиеся и педагоги. Старшеклассник Арсений Смирнов провел экскурсию по экспозиции, рассказывающей об истории родного края. Идея создания музея возникла давно, а в 2016 году коллектив учебного заведения принял участие в конкурсе «Школа года Ленинградской области» и стал победителем в номинации «Сельская школа». После получения гранта нам удалось спланировать и организовать активно эту работу. Коллектив приобрел мебель, демонстративную мебель для расположение экспозиций и начали собирать, собственно, музейные экспонаты и думать о том, как структурировать всю эту работу. На базе музея учителя проводят интерактивные уроки. На них педагоги не только рассказывают об истории представленных вещей, но и разрешают детям потрогать и даже подержать в руках экспонаты, чтобы ощутить дух уже ушедшей эпохи. Многие ребята не просто посетители музея, но и его научные сотрудники. В рамках нашего музея работает кружок «Юный краевед», где наши ребята находят, изучают и систематизируют материалы, потом получаются вот такие вот интересные у нас разделы. Также в рамках этого кружка мы подготовили экскурсовода, которые ходят по замечательным
местам нашего поселка и рассказывают о них. Кондратьевская школа взяла шефство над детским садом. Ведь любовь к истории края, где ты живешь, нужно прививать с детства. Экспозиция школьного музея постоянно пополняется. Сейчас педагоги вместе с ребятами заняты еще одним раритетным экспонатом. В поле их зрения попала печная дверца. Ее нашли на территории детского сада в 2015 году. После того, как сняли верхний слой, стал виден необычный рисунок. Сейчас у нас будет стоять задача уже в поиске информации о возможных владельцах данной задвижки. И, несомненно, мы будем черпать и информацию в рамках школьного музея, просить у них вероятной помощи. Коллектив школы планирует продолжить исследовательскую работу. Каждый новый экспонат будет тщательно изучаться. Впереди у юных краеведов еще немало открытий. Выборг превратили в Берлин 1945 года. В старой части города опять снимали кино. На улице Подгорной и Северном валу работали над эпизодом многосерийного художественного фильма «Перевал Дятлова», основанного на реальных событиях. Эта жуткая трагедия, которая случилась в 1959 году на Урале, до сих пор покрыта завесой тайны. При невыясненных обстоятельствах погибли все члены туристической группы, возглавляемой Игорем Дятловым. Существует более 20 версий гибели людей, от бытовых до фантастических. Наша история про то, как следователь приезжает расследовать это запутанное дело. И у нас есть ряд флешбеков о жизни этого человека во время Великой Отечественной войны. И, собственно говоря, здесь мы снимаем один из этих флешбеков. Это история о том, как, о том, что человек во время войны выжгло, он превратился, по сути, в живого мертвеца. И то, что произойдет в 59-м году, оживит и даст ему возможность жить дальше. В Выборге снимали лишь эпизод воспоминаний главного героя. Майора Олега Костина, возглавляющего следственную группу, играет известный актер Петр Федоров. Главная женская роль досталась Марии Луговой. Также в картине задействовано множество молодых перспективных актеров. Некоторые работали на съемочной площадке впервые. Первый раз принимаю участие в таком мероприятии. И, в принципе, все интересно здесь. То есть, тем более я приехал с Урала, и перевал Дятлова это находится у нас. И мне просто интересно даже, в принципе, эта вся история. Я много держал в своей жизни всякого разного оружия, но такое оружие держу в первый раз. Историческое оружие. Многие актеры массовых сцен не пропускают ни одной киноленты, которая снимается в Выборге, и ищут возможность попасть в команду, чтобы окунуться в волшебный мир кино. Тем более, когда речь идет о картине, основанной на известных всем событиях. В этом фильме мне интересно сниматься, потому что вообще, в принципе, сниматься в исторических картинах намного интереснее, чем сниматься в фильмах про современность. Я этим занимаюсь достаточно долго, и это далеко не первый мой съемочный день. Атмосфера на съемочной площадке, тем более в историческом фильме, она как бы отличается от повседневности. То есть выйдете вы за пределы съемочной площадки, это будет просто современность, а тут прям вот разбитый город. Мы в военной форме, на оригинальном джипе сидим, и это прям какой-то дух времени передается. Это ощущение нужно почувствовать. Планируется, что телефильм «Перевал Дятлова» будет состоять из 8 серий. Картину покажут на телеканале ТНТ «Премьер» в 2020 году. Смотрите, вот как вот это вы. Красиво. Приехал, поел и дал интервью нашим корреспондентам, а еще с удовольствием позировал для фото на память об очередной встрече с Выборгом и его жителями. Джон Уоррен, автор и ведущий телепрограммы «Поедим, поедим», приехал в наш город, чтобы узнать старинный рецепт выборгского кренделя. А в 2013 году Джон готовил здесь гороховый суп и примерял рыцарские доспехи. Мы застали исследователя кухни разных народов на смотровой площадке бизнес-центра «Виктория», чтобы задать ему несколько вопросов, ровно столько, насколько хватило времени. Например, о его личных гастрономических пристрастиях. Оказалось, что Джон очень любит чечевицу и практически не ест вне кадра. А еще он придерживается специальной диеты. По моей диете мне приходится есть 4 раза в день салат из огурцов и помидоров. Потому что люди не понимают, что такое не есть мясо. Не понимают, реально не понимают. И очень сложно включить фантазию и делать очень вкусно. Можно абсолютно без мяса, без рыбы, без молочного и без яиц. Вот, это у меня такая диета.
Конечно, Джон Уоррен прекрасно говорит по-русски. Нам стало интересно, а на каком языке он думает? Ответ был философским. Я с собой общаюсь, если в труселях хожу по квартире, я с собой разговариваю на английском. Ну, было бы странно, но вы же говорите с собой на русском, да? Ну вот. Когда я общаюсь и не думаю об этом, я думаю на русском, потому что мне кажется, что слушать русский язык, перевести это на английский, потом думать, что ты будешь говорить, и потом перевести с английского обратно на русский, и потом что-то говорить, уже как-то очень медленно будет. А думает Джон Уоррен, неважно, на английском или на русском, о том, что готов получить российский паспорт. И у него есть веские аргументы. Что касается заслужить российский паспорт, я его заслужил. Я не знаю ни одного иностранца, который лучше меня говорит на русском. Я не знаю ни одного иностранца, который жил больше 28 лет среди вас. Я 8 лет, уже 8-й год выхожу на федеральный канал. Единственный иностранец, который ведущий на федеральном канале. Заслужил. Вот. Ну что ж, возможно, когда-нибудь Джон станет к нам еще ближе и наверняка решит снять еще не одну программу в Выборге. Тем более, что и наш город, и его жители ему очень симпатичны. Поэтому и родилось такое вот пожелание. Я желаю, чтобы люди остались в Выборге. Я замечаю такой тренд, что во многих областных даже городах все тянутся в центр, да, и это понятно почему, надо зарабатывать деньги, там зарплаты получше, там хоть работа есть, и это очень соблазнительно, наверное, что вот отсюда поехать в Питер, но не надо, жить его здесь, развивайте Выборг, и тогда к вам приедут, и вообще никуда не надо ехать. Великий русский писатель Леонид Андреев изобрел селфи. В Выборгском замке открыли выставку фоторабот литератором, который, как выяснилось, обладал многими талантами. В этом году в России проходят мероприятия, приуроченные к столетию памяти выдающегося автора. В Выборге Орловский объединенный государственный литературный музей презентовал экспозицию, в которую вошли копии коллекции автохромов. Они хранятся в доме Леонида Андреева в Орле. Старт был дан в Орле, на родине писателя. 21 августа мы после больших ремонтно-реставрационных работ открыли замечательный дом, который построил отец Леонида Андреева, в котором прошли его детские годы. Сегодня в Выборге мы открываем выставку «Андреев фотограф». Удивительные грани таланта этого великого человека, великий писатель, известный художник, он бы стал бы действительно великим художником, если бы развивал свой талант. В фондах музея 56 работ. Все они представлены в Выборгском замке. Леонид Андреев использовал первую в мире технологию работы с цветной фотографией – автохром. Одинаковые снимки на маленьких стеклышках скреплялись тонкой полоской бумаги. Если вставить в стереоскоп, получается объемное изображение – современный 3D-формат. Это действительно очень интересные фотографии. Мы гордимся тем, что у нас великолепная коллекция. Она не самая большая в мире. Самая большая коллекция автохромов в городе Лидсе у Ричарда Дэвиса. Но у нас тоже замечательный этот архив. 56 – это очень хорошая цифра. И вот сегодня все фотографии, все 56 показывают здесь, в Выборге, в вашем замке. И мы надеемся, что это будет интересно. Талантливый человек талантлив во всем. И сегодня Леонида Андреева считают одним из лучших мастеров цветной фотографии. Биографы утверждают, что именно он сделал первое в нашей стране селфи. У Андреева был фотоаппарат «Кодак». Он его настраивал на автоматический режим и принимал какую-то позу, фотоаппарат снимал. Это вот то самое селфи, которое ныне тоже очень модно. Потому что многие говорят, что Андреев не только цветную фотографию как-то привнес в Россию, но еще и изобрел селфи. Леонид Андреев фотографировал увлеченно. Друзей, природу, животных. Буквально все, на чем останавливался его взгляд, попадало в кадр. Организаторы выставки надеются, что жители и гости Выборга оценят талант этой многогранной личности в полной мере. Экспозиция работает в Петровском зале главного музейного корпуса до октября.
Выходные в торгово-развлекательном комплексе «Кубус» прошли с пользой. В один день в одном месте собрались все самые интересные творческие коллективы и спортивные секции города для того, чтобы продемонстрировать свои таланты и показать, чему они готовы научить детей в свободное от уроков время. Мы приглашаем организации, которые показывают себя, приглашают детей, танцевальные, вокальные коллективы, развивающие центры, языковые школы. Здесь проходят разные мастер-классы, дети могут поучаствовать, родители оценить, взвесить свои силы, эмоции ребенка и отдать в нужное направление. ТРК «Кубус» заботится о том, чтобы каждый ребенок нашел занятие по душе. Подобное мероприятие помогло детям заглянуть за кулисы творческой и спортивной жизни и сделать свой выбор, хоть и непростой. Ведь хочется все и сразу – бороться на татами, говорить на английском, петь, танцевать или стать цирковым артистом. И здесь на помощь ребенку должны прийти родители. Абсолютно все посмотрели, подошли к каждому стенду. Что понравилось? Понравилось, что здесь спортивные мероприятия. Это, хоть у меня ребенок маленький и девочка, но мне понравилось-то. Понравилось, что концерт и что все вот музыкальные, творческие вот эти коллективы, они сейчас выступают. Ребенок посмотрел, и он уже говорит, я хочу вот это, конкретно это хочу. Хочу петь, хочу танцевать. Я специально, как видите, собрала очень много всяких вот рекламных акций, вот этих вот листочков, да, для того, чтобы я дома приду, все посмотрю, все презентации еще раз пересмотрю, да, и уже буду выбирать. Судя по восторженным отзывам и блеску в глазах детей, праздник удался. Теперь так называемый нескучный день станет ежегодным событием. О спорте. Шахматист из Выборга Кирилл Алексеенко примет участие в Кубке мира ФИДЕ. Наш земляк выступит в так называемом матче претендентов. Победитель встретится за шахматной доской с действующим чемпионом мира, норвежцем Магнусом Карлсеном. Он удерживает титул с 2013 года. Кирилл Алексеенко в 4-летнем возрасте начал заниматься в шахматной секции Выборга под руководством многократного чемпиона города Сергея Балякина. К сожалению, в прошлом году он ушел из жизни. Дальнейшую карьеру молодой спортсмен продолжил в Санкт-Петербурге. Выборжцы вновь в числе победителей. Футбольный клуб «Фаворит» стал обладателем Кубка Ленинградской области в 10-й раз, обыграв в финале команду из Всеволожского района. Матч проходил на стадионе «Рощина-Арена». Первый тайм был полон опасных моментов как у ворот выборгской команды, так и у ворот противника. Во втором тайме на 73-й минуте единственный и победный гол забил Александр Синельников. Сам результат говорит о том, что была очень упорная борьба, в результате которой мы одержали победу. Где-то еще можно сказать то, что мы, наверное, немножко больше хотели этой победы, чем Всеволожск. По словам тренера, перестановка игроков на поле и изменение схемы игры были неожиданны для соперника. Это обеспечило победу. Не последнюю роль сыграла и поддержка болельщиков. Очень хотелось порадовать выборгских болельщиков своей игрой. Я думаю, те люди, которые пришли на стадион, поддержка была очень внушительная со стороны наших болельщиков. Но это повело нас к победе, привело к окончательному результату. 21 сентября «Фаворит» сыграет с «Фосфоритом» из Кингисеппа на площадке соперника. Наш выпуск на этом завершен. До встречи.